Здравствуйте! В эту пятницу идеально завершить дела, начатые в начале недели. Ничего нового не начинаем, а если возникнут неотложные важные дела, то лучше сделать их вечером. Эта пятница – день перед затмением, а значит, можно провести качественную уборку и выкинуть из дома 27 ненужных вещей. Почему 27? Это одно из правил системы Fly Lady или реактивной домохозяйки. В ней помогают женщинам вести домашнее хозяйство. Так вот, согласно этой системе, нужно выкидывать из дома 27 ненужных вещей в неделю. Берите пакет и ходите по дому в поисках хлама. Освобождаем место для нового. Не захотите убираться, отправляйтесь в салон красоты, на танцы или на встречу с подругами. Пятница для этого очень подходит. Хорошего настроения вам и до встречи завтра.